Андрей! 8 лет я сказал маме, что буду писать книжки. Ну сделайте что-нибудь! В редакции говорят, что твои рассказы не пойдут в декабрьские январские номера. Я был, я мыслю, я прошел как дым. Язык – это то единственное, что выжило. Ты знаешь, мне кажется, что мы последнее поколение, которое может спасти русскую литературу. Посылаю рассказы во все литературные журналы. Вы понимаете, что ваши стихи очень плохие? У вас нет героя. У вас должен быть герой. И антигерой. Литература не может быть позитивной или негативной. Большой талант. Я не верю, что меня изданут.